Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Здравствуйте. Сегодня на обзоре Kia. Kia Sportage. 12-й год, если не ошибаюсь. Объем 2, механика. Проблема с лямбдой 2. Евро 2 будем делать. Скорее всего, Евро 2 плюс спорт делаем. Немного накидаем сюда. Сейчас делается чтение с блока управления двигателем заводской прошивки, дабы обезопасить себя от всяких несанкционированных проблем и действий. Если вдруг что-то у нас не так пойдет, чтобы можно было все равно вернуться к стоку. После считывания сделаем калибровку и зальем обратно уже. Далее посмотрим еще на дроссельную заслонку, в каком состоянии. Операция у нас завершена успешно. Пожалуйста, выключите зажигание. Сейчас выключим, пока на рабочий стол сохраню прошивку. Так, есть. Все. Теперь выключаем зажигание. Так, продолжаем наше видео. Сейчас у нас уже есть прошивка. Сейчас мы ее загрузим. У нас была Kia Sportage. Продолжить. Ход, режим программирования. Все, ждем некоторое время до окончания записи. Продолжаем. Сейчас сделаем еще раз идентификацию блока и чтение ошибок. Выключи и включи зажигание. Разница 3 секунды. Включай. Так, идет идентификация блока. Так, прошло. Чтение ошибок. Так, есть. Надо было их сбросить. Сбросим. И по новой еще посмотрим. Это у нас одна ошибка активная была. Это одна ошибка по лин-шине. По лин-шине, по проводке. Надо посмотреть будет потом, из-за чего это. Но это сейчас с проводкой мы водиться не будем пока.